Добрый день, дорогие друзья! Наш сегодняшний концерт юбилейный, 45-летие творческой деятельности народного коллектива фольклорного ансамбля «Ленок». Фольклорный ансамбль «Ленок» создан в 1976 году. Основателем и бессменным руководителем коллектива является Тамара Васильевна Бычкова. Фольклорный ансамбль «Ленок» был одним из первых коллективов фольклорного направления Московской области. В ансамбле занимаются люди разных профессий, и всех их объединила любовь к народной песне, музыке и танцу. На протяжении многих лет ансамбль отличает стабильность в работе и высокий исполнительский уровень. В 1981 году фольклорному ансамблю «Ленок» присвоено звание «Народный коллектив». Ансамбль показывал свое искусство во многих уголках России и за ее пределами. Гастроли в северо-западном пограничном округе, огромное количество концертов для строителей БАМа от Тынды до Хабаровска, в Краснодарском крае, Орле, Туле, Курске и во многих других городах России, и, конечно же, в Москве и Московской области. Фольклорный ансамбль «Ленок» – член Европейской фольклорной культурной организации, неоднократный участник и победитель международных фестивалей в Чехии, Италии, Германии, Белоруссии, Финляндии, Украины, Польши, Бельгии. Исполнительский уровень ансамбля постоянно растет. В 2012 году коллектив стал победителем конкурса за сохранение и возрождение культуры Подмосковья. А в 2014 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». Встречайте! Народный коллектив! Фольклорный ансамбль «Ленок»! Было
гляди-ка на меня. Ты не стой против меня, не гляди-ка на меня. Я бы рада не глядела, мои глазушки глядя. Я бы рада не глядела, мои глазушки глядя. Мои глазушки глядя, мои глазушки глядя. Мои глазушки глядя, мои глазушки глядя. Мои белые глазушки, мои глазушки глядя.
деревня стояла. Домой есть уху, с подвинами,
Кельвасель, Васинахель, Викельякель, под ердом стоит яблонька изюму молодому, ой, зеленому. Ой, подъезжаю ко двору. Жена, ходя по двору, вас подвели нами, сподвинами, Васинахель, Викельякель, под ердом стоит яблонька изюму молодому, ой, зеленому. Где ж ты, ягодка, была? С подвинами, с подвинами, Васинахель, Викельякель, под ердом стоит яблонька изюму молодому, ой, зеленому. Ой, с утра, муженька, до обеда я хворала, ой, а с обеда до вечера пряжу пряла. Позвольте мне сейчас зачитать поздравление, сообщение, которое прислал заведующий отделом народного певческого искусства Государственного российского дома народного творчества Петр Алексеевич Сорокин. Создание празднует Ленок. Огромен песенный венок, что начинали заплетать назад годочков 45. Ура создателям, артистам! Жить, процветать еще лет 300! Я тоже продолжу стихами. Кто сложил такие байки? Кто частушки сочинил? Ты поди теперь узнай-ка, кто он был и где он жил. Кто сказал, частушки вроде в наши дни уже не в моде? Да и дело разве в моде? Если любят их в народе.
гармониста я любила, не попала за небо, не хватило капитала у папаши моего. Стёжки, дорожки, дальние сети, а ножки по зёрлу железные цели. Лучше не любила, иль красившие конец. Стёжки, дорожки, дальние сей, а ножки потёрла железная цель. Ой, если б я была б такая, да притом красивая, что бы стала со мной делать, подружка дорогая, ты попой еще разок. Да чего ж я уважаю твой веселый голосок. Стёжки, дорожки, дальняя сеть, а ножки потёрла железная цепь. Стёжки, дорожки, дальняя сеть, а ножки потёрла железная цепь. Thank you.
Новгородская Матаня! Которого построено по принципу творческой лаборатории, где участники ансамбля, знакомясь с лучшими образцами традиционной культуры, становятся носителями и хранителями народных традиций, активными исполнителями песен, хороводов и плясок. Фольклорный коллектив «Ленок» на протяжении своей творческой жизни вырастил последователей своего дела в области традиционного фольклорного искусства. Многие участники ансамбля получили высшее и среднеспециальное образование и самостоятельно работают руководителями коллективов в городе Подольске и Московской области. Yeah.
Забайкальская шестерка! Здорово!
1994 году Тамара Васильевна и Василий Николаевич Бычковы вместе со своими учениками создали муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школу фольклорного искусства «Моя Русь». Основной задачей школы является обучение детей традиционному русскому народному искусству и ремеслам. Сегодня поздравить юбиляров пришли друзья и коллеги. И я хочу пригласить на сцену директора школы фольклорного искусства «Моя Русь» Наталью Викторовну Грусюкову, преподавателей и учащихся школы. Встречаем! Домов, как уходит старый сорт садового растения, вытесняемый модными новинками. Но, к счастью, находятся люди, понимающие, что этот сорт связан с землей, с природой, с душой человека. И таким человеком оказалась Тамара Васильевна Бычкова. Она привезла... родной Белгородской земли, привезла к нам сюда на землю Подольскую саженец. И 45 лет она его растит, холит, лелеет. И на сегодняшний момент это удивительное явление фольклорный ансамбль «Ленок». Сорт не вернулся в дома, он стал эксклюзивным коллекционным сортом. И в коллекции культуры Подольска, а коллекция, надо сказать, достаточно яркая и большая, есть этот эксклюзивный сорт. Но и этого мало. Тамара Васильевна Бычкова создала еще питомник, где делают прививки, прививки в садоводческом плане, фольклора детям. Она вырастила мастеров и обучила делать эти прививки детям. И вы знаете, приживается, дети влюбляются в русскую традиционную культуру. Они впитывают в себя частичку той огромной любви к русскому фольклору, раздаваемую Тамарой Васильевной Бычковой. Они становятся учителями, поварами, кем угодно, но уже не могут жить без этого и приходят, пополняя собой ансамбль «Ленок». И пожелать, что можно «Ленку» в этот день? Конечно же, жить долго-долго, очень обильно плодоносить, цвести, как яблоневый сад, весной. А Тамаре Васильевне долгое лето и низкий поклон. Я в ленок.
деле здесь маловато, их больше 150 человек, если всех их вывести на сцену, это целая армия. Поэтому спасибо, дети, огромное за столь теплое поздравление. Я хочу сказать, что школа фольклорного искусства, все педагоги, которые здесь сегодня будут на сцене, и все, которые преподают в школе фольклорного искусства, это когда-то были участниками ансамбля «Ленок». Низкий вам поклон. Череда поздравлений продолжается. Встречаем Центр традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки». Директор центра, заслуженный работник культуры Московской области Елена Владимировна Бессонова. Которые здесь работают в этой огромной семье. И много лет с вами идем по пути служения фольклору. Вы уже 45 лет, истоки 43 года. И вся эта жизнь превратилась в один большой единый подвиг. И не побоюсь этого слова сказать. Спасибо вам огромное, Тамара Васильевна, ансамбль «Ленок». Ну и школа «Моя Русь» как последователи. Спасибо за этот гражданский подвиг. И дальше служить долгие-долгие годы. Ну, а сейчас мы хотим немножечко поздравить Тамару Васильевну как-то особенно по-народному, по-фольклорному, так что вы нам подыграете, хорошо? Что Тамара на улицу не идет? Thank you.
Подарки. На сцене ансамбль народной песни «Павловские узоры», поселение Павловское, Домодедовский район, художественный руководитель ансамбля Аль-Алсу Хайрулова. Поэтому вот без застолья же невозможно, без посидела. Вот это к вашему застолью. Ой, вот это вот к вашему помидорчики. Нет, помидорчики в следующий раз будут. Да. И мы хотим сказать, что вы являетесь хранителями народной песни. Вот как богатыри охраняли Русь-матушку, так и вы. Ой, сейчас заплачу. Да ладно. В общем, я вас люблю. Я больше не буду говорить, потому что... Меня эмоции переполняют, и дай Бог вам многое лето. Спасибо. Добром здравии. Спасибо большое, домодедовцев. Мы бы пригласили всю Московскую область, но вы сами понимаете, время сейчас такое. Пригласили самых ближних и самых-самых-самых. Тамара Васильевна, может, вы прямо вот здесь постоите, мы же к вам поем как-то. Не уходите. Ну и поскольку вот нас объявили как ансамбль, вообще хоровой коллектив, но это не важно. Сейчас наш коллектив уже едет на концерт, вот, а мы, как представители этого коллектива, сегодня просто не стали надевать народные костюмы, чтобы вас хорошо видеть в очках. Вот, наконец-то я в очках всех вижу. Прекрасно, Тамару Васильевну вижу, ее глаза великолепные, взгляд ее огненный, горящий. И сейчас, дорогие друзья, кто с кем пришел, беремся за руки и вместе ручки поднимаем вот такой вышины, а ширину уж как получится, вот так вот будем показывать, хорошо? Ну-ка, давайте отрепетируем. Вот такой вышины, вот такой же, за руки возьмитесь. Ага, еще раз, вот такой вышины, вот такой ширины. Тамара Васильевна, вставайте к нам сюда. Нет, между нами давайте вот сюда. Художественный руководитель Надежда Котова. Фольклорный ансамбль «Ленок».
мы вас поздравляем. Сегодня такая красивая юбилейная дата. Мы желаем вам процветания, успехов, творческого долголетия. Продолжайте радовать людей и дарить им нашу настоящую русскую песню, согревать их сердца. Низкий вам поклон, Тамара Васильевна. Нам есть на кого равняться. От нашего пудра вашему. Казаком честь не посрами, вольницу казачью свято береги, сабельки отточенной песню не забудь, всю Россию матушку сердцем приголубь. Yeah.
репертуаре ансамбля огромное количество народных романсов, но сегодня такой концерт короткий, и, ну, один романс споем. Ай, канарейка, канарейка, канареечка, душа моя, ой, да, для, да, для тебя. Yeah.
горами, за долами, да за кремянские ельни, да за кремянские ельни. Там ехали, проезжали, там ехали, проезжали, там поваряне. Thank you.
Казаки, казаки, военные люди, военные люди, никто вас не любит. Военные люди, никто вас не любит. Полюбила казачка, маршалочка, бабочка. Полюбила казачка, маршалочка, бабочка. Взяла его за рученьку, повела в камору. Взяла его за рученьку, повела в камору. А с каморы в экономе посадила в карман. А с каморы в экономе посадила в карман. Посадила в карман, стала его целова. Посадила в карман, стала его целова. Целовала, не ломала, ножичкой не стала. Целовала, не ломала, ножичкой не стала. Ножичка, душа мой, казак правый, голодный. Ножичка, душа мой, казак правый, голодный. Приучи меня по-русски, а я по-французски. Приучи меня по-русски, а я по-французски. По-русски сказать, по-русски девица. Фольклорный ансамбль «Ленок». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры России Тамара Васильевна Бычкова. Концертмейстеры Владимир Игоревич Абаншин, Сергей Васильевич Бычков. На сцену приглашается председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Борис Владимирович Денисов. Добрый день, добрый вечер, уважаемые подольчане, друзья, поклонники творчества нашего именитого народного коллектива фольклорного ансамбля «Ленок». Вот уже 46-й год, Подольск без Ленка не представляет себе развития народной культуры, народного творчества. Есть очень хорошее слово, словосочетание – достояние республики. Ведь творчество Ленка давно переросло на границы города, границы Московской области и даже границы Российской Федерации. Сколько гастролей было, сколько было поездок на фестивале международного высочайшего уровня, и везде Ленок блистал. И будет продолжать блистать, пока Тамара Васильевна есть силы, у коллектива есть огромное желание, есть блестящий репертуар, и, конечно же, есть чувство вкуса, чувство меры, ответственности перед зрителем. А самое главное, есть чувство гордости за свою страну, за свое исконно русское творчество, за свою родную культуру. И покуда в нашем городе будут такие коллективы, как «Ленок», нам ничего не страшно. Я очень рад, что сегодня
коллеги из фольклорных коллективов нашего городского округа, а это огромная-огромная большая семья, пришли сегодня вас почествовать, поздравить с этим праздником, с этим концертом. Я, наверное, не все знают, но напомню, что именно в этом году Тамара Васильевна Бычкова была удостоена именной премии имени Петра Гавриловича Солнцева за выдающийся вклад в развитие культуры городского округа Подольск. Мы действительно гордимся многими нашими творческими коллективами, но «Ленок» стоит особняком, потому что вот эти годы плодотворной работы в стенах одного Дома культуры. Но, еще раз скажу, вот эта обширная география поклонников, друзей, коллег, которые принимают участие и в мастер-классах, фестивалях, дружат, ездят друг к другу в гости. Тамара Васильевна сама является инициатором двух фестивалей межрегиональных. Вот это, наверное, и продвижение культуры нашей народной в люди. Даже, наверное, тот факт, что благодаря «Ленку» и энтузиазму Тамары Васильевны были созданы условия для возникновения школы фольклорного искусства «Моя Русь». Мы называем это подготовительный класс для «Ленка», где занимается более 200 детей. Ну, не совсем, и тем не менее. А то, что сегодня очень много детей увлекаются фольклором, это, наверное, говорит о высоком уровне развития фольклорного искусства, народного творчества в нашем городе. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам всех успехов. Встречаем заведующего отдела национальных культур Центра культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Сергея Ивановича Кулебабу. Я хочу немножко поднять такое вот настроение, потому что Тамара Васильевна для меня является самым близким человеком, так я смело могу сказать, в Московской области. Я всего лишь 11 год живу в Московской области. И вот с первого дня приехал в Подольск и увидел, ну, собственно, сестру, да, мать не буду говорить, сестра такая младшая. Согласны, да? Вот. Аплодисменты. Более того, я хотел бы, чтобы у Ленка сейчас появилось настроение другое совершенно. Ну, закончили, да? Выступать закончили. Можно успокоиться, можно. А то перед началом видим, как обычно, все волнуются. Немножко не соглашусь с директором «Моя Русь», с тем, что вот это вот плодоносящее не вернулось в дома. Скажите, пожалуйста, здесь есть родственники Ленка, артисты? Есть? Поаплодируйте, кто родственники? То есть вам знакомо, когда кто-то из ваших родственников вдруг говорит, ты понимаешь, вот у нас концерт, вот понимаешь, нам, вот Тамара Васильевна сказала некому больше, вот сегодня никто не отпрашивается, не может с работы. Я тоже не отпрошусь, но отгул возьму. Бывает же такое? Аплодисменты еще раз Ленку хорошие. Я, конечно, привез поздравления, все это еще будет. И как сам творческий человек, у меня тоже ансамблю 30 уже с галком лет, в другом городе в Астрахани, откуда я приехал. Я сегодня хотел бы просто о чем еще сказать. Вот вчера был большой православный праздник, раз в казачьей форме. Какой? День
Матери-казачки. Нет, видение. Я сегодня... видение. Сегодня видение? А, вот так, проверку прошли. Просто вчера вечером я зашел в храм, поставил свечку, думаю, завтра поеду, надо спокойно приехать. Они говорят, мы готовимся, украшаем храм. Я говорю, что завтра будет? Я думал, специально перенесли с 4 ноября на 4 декабря, правда? Потому что каждый концерт каждого коллектива, каждого человека, вы понимаете, когда вот мы понимаем, что на сцене выходим, мы просто поем, выступаем, это одно. А когда, как сказал мне однажды регент одного хора православного, Сергея Посадского, понимаете, говорит, те артисты, которые там выступают на сценах, они просто поют, а мы поем и молимся. Так что вы сегодня замечательным образом служили Отечеству, потому что нельзя просто так вот выходить, что-то такое делать и не понимать, что вы молитесь за всех вот тут в зале, за тех, кто в России. Вы это делаете грамотно, вы делаете правильно, интересно. Поэтому запомните, пожалуйста, вы не просто юбилей, там, вы не просто артисты. Вот смотришь на каждого. Это же интересный мир целый. И они потом приходят к вам домой. Представляете, помолившись, приходят к нам, к вам домой. И это дорогого стоит. Поэтому мы сегодня приготовили, я думаю, правильные моменты. Ну, Петр Алексеевич Сорокин вам стихи прислал, вы его прочитали. Я представляю Центр культуры народа в России. И мне просили передать привет вам от Центра русского фольклора Морозов Ханты-Мансийский Дмитрий Викторович. Поэтому вот все центры народов России, русского фольклора, Государственного российского дома народного творчества имени Поленова вот в этом благодарственном письме выражают свое отношение к Ленку. Народному коллективу, фольклорному ансамблю «Ленок», уважаемая Тамара Васильевна, дорогие друзья, Государственный российский дом народного творчества имени Поленова поздравляет вас с 45-летием творческой деятельности. Ваш коллектив на протяжении многих лет показывает высокий художественный уровень и достойную работу по сохранению народных традиций. В последние годы активно развивается профессиональное творческое взаимодействие ансамбля с Центром русского фольклора и Центром культуры народа России Государственного российского дома народного творчества. Коллектив успешно выступает во многих значимых всероссийских и межрегиональных фестивальных и конкурсных проектах. Желаем вам неиссякаемого творчества и вдохновения, открытия новых имен, здоровья, счастья, успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на благо сохранения традиционной народной культуры и фольклорного искусства России. Директор, председатель Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, профессор Тамара Валентиновна Пуртова. Я специально сделал паузу. Тамара Тамаре. Да? Это же здорово. Васильевна получила от Валентины. Дорогого стоит. Поэтому мы близко, мы с вами. Ну что же, думаю, вручить от меня лично? Я уверен, что только этому коллективу, именно Тамаре Васильевне, можно вручить в руки самое дорогое, что у нас есть в России. Русский народ. Вручаем русский народ ей. Так и написано. Русский народ. Обычаи, предания, обряды, все в руках Тамары Васильевны. Теперь разнообразьте свою программу. И я бы очень хотел, кстати, чтобы зал сегодня тоже что-то спел. Я думаю, в программе у вас... Будете зал петь? Прекрасно. А сейчас очень просто. Мы можем же сказать, вот, мой Ленок, мой Подольск, можем сказать? Кто так может сказать, скажите и поаплодируйте. Мой Ленок! А теперь еще громче. Мой Подольск! Мой Подольск! Ну... А теперь моя Русь, моя Россия, аплодисменты! Я приглашаю на сцену заведующую библиотекой номер 13 Ларису Александровну Самашову.
наш друг и поэтесса, и ей слово. Да, я очень рада, что так экспромтом мне дали слово, пригласили на эту сцену. Дорогой Ленок, вы на наших глазах. А можно микрофончик? Взрослеете, растете. За эти годы вы все стали нам родными людьми. За это вам низкий поклон. Тамара Васильевна, сегодня все уже говорили прозой. Позвольте мне стихами. Величественный взмах ее руки, и песня разольется в поднебесье. В ней чистые подолья родники и рощи белокрылые полесья. Кубань река и Терека поток, и вишни чернобровой Украины. Из прошлого в грядущее мосток, чтоб никогда не позабыть нам, чьи мы. Та женщина обычаи хранит, и прадедов душевные заветы. Она то веселится, то грустит, ее теплом в невзгоды мы согреты. Все дни ее в заботах и трудах, чтоб жить в веках народной русской песни. Она ее качает на руках, и мы сильны, когда поем все вместе. Зажжет Подольск вечерние огни, и вспыхнут на дороге лентой фары, и снова мы, чужие и свои, спешим на репетицию к Тамаре. Забудется усталость и печаль, как только дружно голоса сольются, и ночь поднимет синюю вуаль, и звезды нам в окошко улыбнутся. А летом вновь заколосится рожь, ленок заполыхает синий-синий и чистый, щедрый, благодатный дождь прольется песней над ее Россией. У нас в гостях атаман Стрелковского хуторского общества Игорь Александрович Сысоев. Если подняться на сцену. Ну, начну, наверное, с впечатлений. Когда девки в Матаню заиграли, убыть домой в дитячество на хутор Липовский вернулся. И более того, действительно, ленок хранит традиции. Только что было сказано, какой сегодня праздник, и я услышал, кто-то из них сказал. Да, сегодня 4 декабря, большой праздник по войску Донскому. Сегодня день матери казачки. Тамара Васильевна хорошо подгадала, правда? Сейчас много возникает разговоров о том, что такое современное казачество, нужно ли оно. Ну, для меня вопрос-то просто, нужны ли казаки России? Это все равно, что спросить, нужны ли русские России? Хотя и такие вопросы у либеральных наших политиков возникают. Знаете, смотреть на этот вопрос все равно, что смотреть на картину, которая стоит на мольберте. Да? Один смотрит с лица и видит глубину композиции, весь спектр, всю палитру красок, гений художника. А другой смотрит с тыла и видит серый холст и обратную сторону рамки. Вот сегодня у нас с вами уникальная возможность взглянуть на картину с правильной точки зрения. Потому что люди, которые стоят здесь, я имел в виду мужчин, многие из них не просто артисты в казачьей справе, в одежде, в костюме, многие из них, действующие казаки Стрелковского ХКО, вы могли их видеть на матчах КХЛ на Витязи. Вы могли каждый субботу в Серсине, вы можете их встретить около храма в поселке Дубровец. Вы каждый день можете видеть их на станции Подольск. Они чистят улицы, они охраняют ваш покой. Ну, если не голословно
Кроме всего прочего, они делают еще много очень и хороших и полезных дел. Вот «Неголословно» Александр Буланников, он занимается поисковой работой, возвращает имена павших героев. Александр Власенков, он учит казачьих, да и не только казачьих, детишек горно-спасательной подготовке. Ну, особый случай Сергей Бычков. Это душа, это любимец нашей общины. Он столько времени уделяет детям, он вдувает в них казачью душу. Ну и, конечно, Александр Бородищев, Сергей Баклыков. Это наши звезды. Наверное, нет в Подмосковье уже мест, где бы они не выступали, где бы они не показывали свое воинское умение. Ну и им аплодировали Румыния, Болгария, Великобритания. Да что вот, хотя бы взять эту осень. День фееричного выступления на дне части в Кантемировской дивизии или показательное выступление, вот здесь очень забавно, внимание, на чемпионате мира по владению оружием и джигитовке. То есть наши ребята, ваши земляки показывали, как надо владеть шашкой действующим и будущим чемпионом мира. И они не свалились ниоткуда с Марса. Они ходят с вами по одним улицам, они живут с вами на одной площадке. Они приходят в Ленок. А вот над всем этим стоит наш вождь, который исхитрился, человек, который исхитрился соединить воинское умение с казачьей песней. Тамара Васильевна, от лица атамана Одесского казачьего общества Московской области, то есть от 3500 казаков волею судеб, заторванных с родных земель, сорванных с родных земель и заброшенных в Подмосковье, позвольте вручить вам вот эту грамоту. Ну, как говорится, многое лето, и как гудорит в ванне, я бы добро говорю, что мы казаки. Слава Богу, что мы казаки! Я приглашаю на сцену директора Дома культуры ЗИО Юрия Владимировича Горбликова. Уважаемая, дорогая Тамара Васильевна, поздравляю вас, фольклорный ансамбль «Ленок» с 45-летием творческой деятельности. И я, как директор Дома культуры ЗИО, горжусь, что именно в наших стенах нашего Дома культуры вы и ваш коллектив творит чудеса фольклорного искусства. Ленку, браво! Вам, Тамара Васильевна, как руководителю коллектива, низкий поклон. Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Ленок». Дорогие мои друзья, конечно же, сегодня стало очень модно фольклорные коллективы принимать студентов, образовываться маленькими группками, исчезают любительские коллективы. И мне очень отрадно сказать вам то, что перед вами стоят люди-любители, перед вами стоят люди, которые свое свободное время от работы, от работы на другой работе, приходят, репетируют. И вот за этот юбилейный год мы с ними подготовили 3 программы по 1,5 часа. Еще сколько есть, поем. И 8 января будем показывать спектакль «Колядки на святки». Они очень большие труженицы. Но я хочу еще сказать огромное спасибо тем нашим участникам, которые сидят здесь в зале, которые начинали этот путь Ленка и прошли трудный путь вместе со мной. Дай вам Бог всем здоровья, силы. Не забывайте, Россия жива, пока есть наша культура. Наша культура должна жить всегда, потому что она самая яркая в мире. Наши костюмы неповторимые. Поэтому помните об этом и храните вечно свою землю и свою культуру. На прощание грянем, казаки.
Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Ленок».